Да, давайте спасем мир, сидя дома. Берегите себя и своих родных. А для этого просто соблюдать гигиену. Обязательно часто мойте руки с мылом. Конечно же, не забывайте про маски. Вот наши школы закрыли на карантин. Но мы никогда не забываем о школе и уроках. Мы занимаемся по целым урокам, а еще читаем разные книги. Спасибо вам, наши учителя, за то, что вы о нас не забыли. И проводите онлайн-уроки. Спасибо вам, наши врачи, за то, что вы делаете все, что в ваших силах ради здоровья людей. Спасибо тем людям, которые просто сидят дома, думая о нашем здоровье. Мы сидим дома ради тебя, а ты сиди дома ради нас.